Дебс, ты получил смс-ку насчет булок, где гамбургеров? Не, это я. Карл? Господи! Твою мать! Привет! Ты когда вышел? Сегодня утром. Ты чего же не позвонил? Господи, ну и прическа. Вышак, скажи. Ну, она необычная. Тебе же еще пара месяцев оставалось. У Доза хорошее поведение. Че почем не грела ты мать? Крекер будешь? Ух, а голос-то у тебя как возмужал. Ниже пояса тоже не отстаю. Как ты добрался? Старшой из колонии забрал с утречка. Проголодался? Наверняка же да. Не, мы в кафеху метнулись по пути. Можно у нас мой кореш заночует? Этот старшой? Не, малец, с которым мы познакомились. Малец? Ну, тогда, конечно, было бы здорово. И надо устроить вечеринку. В честь возвращения. Да? Чтобы все были вместе. Ага. Звучит неплохо? Ага. Здорово, что ты вернулся домой. Ага. Здорово вернуться.